Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вяжем спицами. И сегодня у меня довязался вот этот джемпер. Ссылочку на первое видео я оставлю в описании под этим видео. Там я рассказывала, как я делала расчет петель для реглана. Ну и как вывязывала кокетку. И все остальное я расскажу в этом видео. Напомню, что вязала я из пряжи Лана Гата Эмпиры, моточки 100 грамм, 400 метров. Так, цвет 88-48, состав пряжи 36% акрил, 33% альпака, 18% нейлон и 13% меринос. Вот, 100 грамм, 400 метров. У меня ушло ровно 2 моточка. Вязала я спицами номер 5. Вот, ну и вот смотрите, что получилось. Рукава, такой вот плавный переход. Низ рукава, как я хотела, такого изумрудного цвета. Ну и по низу джемпера все тоже так же, как я и планировала. Так, и начнем с того, где я остановилась. Я остановилась на том месте, где я сделала подрез, отделила рукава и начала вязать тело джемпера. Провязала я где-то рядов 20. Потом я решила сначала связать рукава. И спасибо за подсказочку. Вот, воспользовалась я вашими предложениями и, то есть, начала вязать рукава сначала. Сначала связала рукава, провязала где-то 60 рядов от подреза. Вот, потом я остановилась в этом месте и продолжила вязать тело джемпера. Тело джемпера я вязала от 2 моточков по 2 ряда. Провязывала 2 ряда от одного моточка и 2 ряда от другого моточка. Ну и вот так чередовала, чтобы было у меня плавный переход и как-то пряжу всю задействовать. Ну вот видите, так вот у меня получилось. Провязала где-то рядов 60 вот вниз. И здесь я один клубочек оставила, а второй клубочек начала вязать, вернее, продолжила вязать рукава. То есть вот 10 рядов один провязала, потом 10 рядов другой. Снова 10 рядов первый и 10 рядов другой. Вот так я продолжала. Так, ну и вот здесь я перед тем, как закрывала петли, я сделала убавление. Он получился такой вот. Рукав свободный, широкий, и получился таким фонариком. Как делала убавление? Я провязывала 2 петли вместе, потом 3 петли вместе, снова 2 петли вместе, 3 петли вместе, и так вот по кругу. Ну и вот, собственно, рука свободно проходит. Вот, и петли закрыла методом айкорд. Такой вот как рулик получился. Вот один и второй рукав точно так же. Ну и потом я продолжила уже из остатков вязать дальше низ джемпера. Так, и провязала еще я 20 рядов, и затем я решила сделать вот что. Я спинку сделала чуть-чуть подлиннее, вот видите, да? Буквально на 6 рядов. Вот она получилась такой вот как овалом. Вот таким вот, ну, полукругом вот так чуть-чуть. Перед получился чуть ниже. Вот и спинка чуть... Вернее, перед получился чуть выше, и спинка получилась чуть ниже. Значит, я разделила петли пополам. У меня было 190 петель на перед и на спинку. То есть спинку я
вязала укороченными рядами, не довязывая по 10 петель. Вот, по-моему, 3 или 4 раза. Вот, по 10 петель. То есть укороченными рядами. Ну и потом как бы продолжила вязать в круговую, провязала полностью ряд и сделала небольшое убавление петель. То есть я низ чуть-чуть сузила. Вот. Убавляла как? Провязывала 9 петель, 10-ю, 11-ю вместе провязывала. Снова 9 петель провязывала, 10-ю, 11-ю, 2 вместе провязывала. Вот таким образом. Ну и внизу я провязала 6 рядов резинкой 1 на 1 и закрыла петли обычным способом. Вот. Ну вот так у меня получилось. Чуть-чуть спинка длиннее, чем перед. И небольшое убавление к низу. Вот. Джемпер получился очень мягкий, очень теплый, такой приятный, прям очень приятный к телу, совершенно не колючий. Так, и как я сказала, что по расходу у меня ушло ровно 2 моточка. И вот смотрите, что осталось. Вот такой вот остаточек небольшой. Вот. И вот думаю, куда его пристроить. Если связать здесь вот воротник, он будет такого изумрудного цвета. Или оставить так. Вот. Может, кто-то что-то посоветует. Если ничего не придумаю, то значит оставлю так. Ну вот, собственно, весь мой джемпер, все, что у меня получилось. Вот. Буду вам признательна за лайки, комментарии. Принимаю любую критику в свой адрес. Всем пока и до встречи в новых видео.